Всем привет, друзья! Вот еду на рыбалочку, решил все-таки выбраться, опробовать новые воблерки. Дорога вот такая через лес, прошли дожди. Ну, доедем до речушки, покажу. Конечно, в лесу сейчас красота. Вчера мотался за грибами, думал, получится тихая охота. Грибов нету. Вроде сегодня потеплело первый денек, может что и будет, грибки может пойдут. Так, леса, конечно, красивые у нас. Это сосновый бор. Проезжаем. Ну вот, ребята, добрались до Волги-матушки. У нас она не такая большая, как все представляют Волгу. Но зато в нашем регионе, в нашей области, она берет начало. С маленького-маленького ручейка. Будет интересно, включимся, покажу. Поклевочек нет, вода прибывает, вот такая здесь красота. Рыбка даже не гуляет.